Здравствуйте, извините за подписчик моего канала на канале Зикопрокс, Зикопрокс, здравствуйте. Это Европа, вас здравия. Имя вот так вот простенький симулятор. На музыку, на разводки. Ну, поехали. А, вот, да. Короче, за такие вот, вот. Встречи междугородные автобусы. Все заблокированы. Ну, тут вот это. Ну, знаете, я посмотрел эту игрушку в стиле на геймах игры, как-то все один, как-то все это все два, но я не купите фильмом за неморальный, нет, там просто как бы берешь так же такси и ездишь, катаешься, выполняешь заказы, тут такая ситуация, ты где? Берлин, Мадрид, Рома, Вина, сейчас так не помню, все Отсидки, ну окей, сейчас, я понимаю, нам надо в Берлине. Так, окей, вот. Вот, вот так вот. Ну что, друзья мои, поехали. Угу, поворотники не спут. Так, аварийка. Аварийка где? Так, аварийки у нас походу нету. Дыхленки. Куда ты поехал-то? Ну, честно, что такое? Ты же что у него здоровья? Это какой? Победитель. Блин, ты приковали, что ли? Че? Это... Пожалуйста, конечно, ты паркуйтесь в зеленой зоне. Я говорю, ну, знаете, вот это одна из игр, которая сделана на коленках. Простите, коллеги, тут немцам не нравится. Да подожди, я паркуюсь сюда. Сейчас не паркуюсь, не паникуй. Так, все, так, теперь. Берлин, Рома, Петлинг, Мадрид. Тоже заблокируют тут. Блин, ну вы что там охренели, что ли? 8000 за разблокировки. 12 за разблок. И полторы за рейс. Ну, нормально. Дальше, ладно. Берем Берлин, Рим. Поехали. Ну да, не, ну в принципе, я говорю, я люблю такие вот игры, которые просто вот поездили. Там как бы ничего такого. Ну даже если там открывание дверей нет, даже если там что-то такого нет, да, вы знаете, ты... больше дайте на стенице, у нас надо приезжать, главное, чтобы ехал, так, наверное, нам показывают направо, налево, налево, наверное, наверное, нам показывают налево, сейчас мы
Она была просто выключена. Надеюсь, никого не заденем. Так вот, камеры тут вроде можно открыть. Так вот, так ты идешь, там что-то. Вот, извините, когда им каким-то образом носишь. Ай, господи, так я же привык, точно, они же сильно по-русски. Вот, точно, не забыл. Я-то думаю, какого хрена? У нас получается вот эта полоса, по которой я поехал. Она как бы... Да блин, выключись. Здесь слишком не является, не является. Вот это получается что? Оказался на встречке. Каким образом можно? Ну, кто не знает. Каким образом можно? Если тут на пассажире не тут. Да блин, вот так. Да вот взять что из водителя не чувствую. Проблема в этом. Не, ну и друзья мои, пришли в Россию. Как бы это у нас обзор, но... Как он лайки заберет, как он посмотрит, заберет. Я буду смотреть, было закинуть, и кого он понравится. Будем дальше продолжать. Так, да, там есть. Ага, да. Дальше продолжать делать. Катать. Ну, я говорю, это в этой серии. Доберись, если все раз поступаю, и все. Хорошо. Ты говоришь, ты выровно выражаешься. Не делайте больше ставок. Просто ты же знаете, вы же... Твою мать. Вот это сейчас фиаско было. Да потому что тут огорожено. Походу авария будет. Нет, не будет. Спокойно, спокойно, спокойно. Да подождите, лицемерки сейчас не до вас. Это ситуация сложная. Так, все окей. Ну, конечно, так нельзя делать, но, блин. Случай необходимости, как бы можно. Ну, в этом плане у нас необходимость, так что... Я не знаю, там в Германии разные фары вообще днём. Ну, конечно, все не нужны, да? Ну, это не понял. Ну, короче говоря, вот такая вот история. Не, ну, на самом деле, друзья мои, я был в этих видео, или в рождении, или в упрощенном, потому что... Просто на волке и так же. Это так же снимается. Ну, где на громадине, скажем так. Но это было какой-то одной игрушки. Одно еще продать, второе еще продать. Не подписывайся. А давай, блин, все это было. Ну так, едем спокойненько. Да я в курсе, я знаю. Не тупой. Вообще не поворот, мы с ним покажем, с ним. Остановимся. Так. Да что тебе? Слушай, ты в жизни. Ты что там, перфекционист? Еще на проезжей части. Потрясающе. Вот. Лучше не придумаешь. Джоб, модель 200, ну контин. Едем дальше. Давай, здравствуй. Ну, я говорю, игрушку вот. Я вот посмотрел, и с этим глядом вообще вон. Конечно,
есть. Можно выпить на утро, но я сейчас не хочу. Значит, видео карты, тут так нормально. Тут что такое? Серьезно? Ну ты не знаешь, ты на сайте ты знаешь. Не понимаешь. Тут что-то двустороннее движение, что ли? Ты? Ага, походу да. Походу да. Блин, ты же... Да не забывай идти, поворачивай, блин. Так, ладно. Ёлка, ну давай, я чё, из-за встречки иду, что ли? А, походу, да. Да не, не смотри, я привык к жизни. Ну, а встречки, вечки, что то просто и ветер, не знаю. Пиши в родной вырок. Мне даже не нравится, кто в школе говорит, что где-нибудь в другой стране, организация движения. Это походу... Походу из этой оперы. Ну, сейчас тут... Ну, сейчас тут будем ждать только, который делит. Тут отбойник. 600 метров, не знаю. Ну потому что, ребят, я привык. У нас правостороннее движение, и нет почему-то. Не, у нас левостороннее движение, вот. Найсово. И чего вы мне хотите сказать? Так, подождите. Ладно, сейчас... Сейчас выберем. Да, ничего страшного. Это если задним ходом задавать. Да, мы не успеем, наверное, да. Ладно, сейчас. Сейчас. Ну давай, 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 давай. Ну чё, я сам виноват. Да я чё, виноват, если... Если он взял, то... Блин, он не очень-то... Давай, ветрай. Да потому что, блин, я никогда не знаю, что движение. Ёлки-палки называется. Получается... Ой, господи, у меня сейчас... мозг просто ломается. Потрясающе. Потрясающе просто. Ты еще раз понял, вдруг приключения поворотиков нету. Очень было весело. Да подожди ты, колес, я еще не поехал. Так, давай еще раз маршрут. Шестой, поехали. Да не, ну это все нормально будет. Я надеюсь. Да я держу, просто тут... Ну я ничего. Это сама организация дорожного движения. Пусть на экране. Все, достаточно. Достаточно. Короче.
Нам вот сюда получается сворачивать. Видите, я не знаю. Ёлки-палки, да чё не так? Не знаю, вы чё там. Ну да, когда я возьму автобус, то... Да не знаю, у меня вот не знаю, что... Вот не понимаю, что происходит, потому что на самом деле... Вот в этой полосе, которая сейчас нужна, проехал обычно... Мы в России ездим. Ну, уже не... Куда я еду? Еще скажу. Как бы парень не спустить. Еду как самый... Как самый умный. Это понимание, ну да ладно. Ну, в принципе, можно 90, знаете. Ну, а снизу там типа целенький. Чего, блин? Ну, что за хрень? Выгружайтесь в обзор, приехали, ёлки-палки, вот чё за дичь-то? Да может я опять что-то пропустил, давайте же прячься, сделаем уже. Блин, ещё 5 минут, я что-то сделал. Давайте же трэш сделаем, да потому что я не знаю. Да, повтор. Да потому что что-то мы куда-то приехали, я вам не туда заехал, только... Не, ну извините. Мне эта дорога не знакома. Здравствуйте. Да чё тебе не нравится? Из рулетки что ли ходишь, не пойму. Ай, я надоеду сегодня с деньгами, я даже не знаю. Я не пойму. А, ну вот и нормально спит. Нормально состояние. Это траектория, конечно. Ну бляха-моха. Какая же ты сволочь, а? NPC. Да он просто не пропустил автобус. Ой, ну похрен. Да надо поглядывать. Есть. Надо поглядывать. Навигатор, ты что теперь? Не видно куда-нибудь. Ну, вот тут максимальное упрощение, наверное. Ты же заводитель покататься.
Самое то. То есть тут можно видеть, не парень. Заволкнуть машинки, не заволкнуть. В принципе, я грызу. На самом деле, короче, все деньги. Здесь, ну, я не хочу это, просто. Я знаю, понять, не могу посмотреть. Ну, я не могу поправить глаз здесь. Прямо. Видео поворотный, поворот на траве. Все остается. Ну, все бывает уже. И поворот нельзя было включить. Да, ну, окей. Ты, да, у меня привычка, просто. Слушайте, по грипу звоню нахрен. Давай, 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 гляни, гляни. Давай, гляни, 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 гляни. Слушай. Да какой я тормаживался, ты чё? Нет, ты не на шине. Ты же это лошадки. Нет, на не дали не ровно. Давай, ну чё, всё, мы приехали. Давай кончим. Хорошо, да, теперь. Ну, судя по знаку, мы сюда едем. Ехали. Вот он. Ну, ты знак его понаставили, вообще ничего непонятно. Короче, смотрите, в чем прикол. Здесь, где встречная полоса, наша полоса уходит на левую, соответственно. И мы должны по ней ехать. А знак почему-то стоит объезд с правой стороны. Блин, потрясающе. Тут я не уже сидел, мне здесь непонятно. Не, ну я не ругаю, я прикалываюсь. Потому что, понимаешь, надо было бы сразу, ты знаешь, поставить направление в другом направлении. Я еще раз повторюсь, я не придираюсь. Я понимаю, что это просто вождение. Как говорится, я тебе слепила из того, чтобы его видеть, слава богу. Ну потому что первый раз я не понял, что это встречка, поэтому как бы. Почему-то они дублирующего отеля. Ну, я знаю, дублирующий. Так, что теперь? Можно подводить по-любому. Так, если у нас в России правая полоса отъездит, значит, если я зеркален, то можно по левой полосе ехать. Окей. Так, все окей. А куда мы дальше едем? А куда здесь? Мы же этого уже узнаем. Куда мы переедем? Не, ну, знаете,
Конечно, можно хоть чтобы найти мой. Мне нравится, мне на данный момент просто можно найти автобус. Это вообще не тема. Да я и так, так разговор. Разговорчик не принимал где-то близко. Нормально. Ну бывает. Вот видите, L, логика. Я сейчас проехал бы. Тормозит. Дроп. Кстати, думаю, в комментарии писали по поводу ОБС-ки. ОБС-ки я не записывал, потому что она есть больше памяти, чем бандикам. Что вот так. Ну и чё это? Ну дальше едем. Я не знаю, куда мы едем. Никто не скажет. Возьмем, возьмем, возьмем. Или это бесконечность. Не предел. Будем по кругу ездить. Со стороны наблюдатель. Мы съезжим вокруг бочки. И не перейти. Когда правильно проклятый забор кончится. Я так же. Буду сейчас по кругу ездить. Да я не знаю, куда мы приехали, блин. Ни хрена себе это люди. Я не знаю, 50 скорости, ну все. Не будем держить. Да не знаю, я просто вот по фильму ориентируюсь. На самом деле он начинал бункер. Он почему-то. Что? Что не так? А, отлично. Чего джоб файл? Блин, Рома, джоб файл. Ну и короче, понятно. Ну это просто, знаете, друзья мои, ну, это игрушка не про деньги. Как говорится. Тем более мы 700 рубасов. 700 долларов мы заработали. Здесь просто... Чё, блин? Чё, другой автобус, что ли? Чё? А куда теперь? Ой. Короче, ладно, друзья мои, вот такой вот. Вот такой бас-симулятор. Вот этот бас-европа-симулятор, короче. Да я не знаю, я ехал просто. Получается, по кругу, потом получилось, когда поехал не туда. Я все было выполнено. Я не знаю. Ладно, друзья мои, вот ничего. Кому выпуск понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы новый выпуск. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.